проверить малыша, потому что перемирием, а, как говорится, не надо забывать, что эти твари могут полезть в любую секунду. И, конечно, они сунутся, стреляют издалека, потому что броня он вдалеке погудывает, а так мы все еще надеемся, что они к нам придут. Проверяем наши игрушки. Турчик проверим, наш любимый противотанковый. Привет. Немножко снежок и шел сегодня. Будет и твое время. Один беттер ты уже убил. Жди теперь там. Переезд. Ну, укропы решили отметить мой переезд маленьким обострением ситуации. Вот. Наши сейчас пытаются это смягчить как-то. Ну, знаешь, если сейчас юшка у них потечет, вроде они должны стать помягче, посочнее. Значит, мясо тыкают. А вообще часто они нарушают перемирие? Они? Ну, каждый день же они фигачат. Слышишь, вон мы вышли, а что они? А? Ну, сегодня за день они уже третий раз стреляют, так что я думаю, этого вполне достаточно.